очень понравилось. А чем понравилось? Ой, музыка, декорации, очень, да, все хорошо. Я вообще первый раз здесь, потому что я вообще здесь проездом из Сибири. Я тут первый раз. Ну это слов нет. Хоть и непонятно, поют. Ну мы как-то в музыке не очень разбираемся, но все равно завораживает. Завораживает. Спасибо. Впечатление от спектакля. Очень хорошее. А чем понравилась постановка? Понравилось там все. Голоса и музыка, все. Замечательно, да. Спасибо. Хорошая. Нам понравилось. А чем понравилось? Голоса хорошие. Голоса молодежь. Зал понравился. Я, например, первый раз была здесь. Но оркестр очень громкий. Что-то со звуком там. Слишком глубокая сцена, что ли, непонятно. А так вообще опера хорошая. И голоса хорошие, молодые. Для этой оперы мы просто не первый раз эту оперу слушали. Вот в большом театре мне понравилось. Спасибо. Прекрасно. Прекрасно. А чем понравилось? Голоса прекрасные, очень актерский состав очень хороший был. Угу. Не испорченный режиссурой. Спектакль замечательный. Да, очень хорошо. Только все-таки я хотела бы, чтобы на русском языке пели. Понимаете, потому что читаешь это самое, то, что написано, хоть вроде и знаешь, там сюжет такой очень простой. И как-то это отвлекает, я считаю. Я считаю, лучше на русском как бы. Могли бы. Спасибо. А так очень хорошо пели. Очень. Замечательно. Спасибо. А чем понравился? В основном Пучини. Великолепно. А чем понравился? Да всем. Голоса хорошие. Прекрасно. А чем понравилось постановка? Мне понравился вокал. Мне понравилось, что тут такое было удачное сочетание с одной стороны традиционной постановки, с другой стороны, мне очень понравилось, что были молодые, свежие лица, хорошие голоса. Спасибо. Вообще я люблю Пучини. Я получила удовольствие. Да. У нас очень хорошие, замечательные. Мы очень довольны. А чем понравилась постановка? Ну, во-первых, музыка изумительная. Во-вторых, постановка очень хорошая. Она такая очень тонная, изящная и красивая. И поют изумительно. Нам очень понравилась Динара Алиева. Она восхитительная просто. Спасибо. Прекрасно. А чем понравилось? Прекрасно. Все понравилось. Голоса понравились. Постановка понравилась. В общем, чудесно. Получили колоссальное удовольствие. Молодые, красивые. Да, хорошо поют. Прям декорации. Чудесно. Ну, все хорошо. Оркестр, конечно. Ну, шикарно. Спасибо. Спасибо. Понравилось. А чем понравилось? Декорации понравилось, голос понравился, все понравилось. Очень понравилось. Самый прекрасный. А чем понравился? Как поют, декорации, музыка просто кажется. Очень хорошо. Все красиво. Прекрасно. Спасибо. Молодые, прекрасно. Спасибо. А чем понравилось? Музыка понравилась, исполняют как понравилось. Все понравилось. Спектакль? Тяжелые оперы. Тяжелые оперы. Мы прочитали таких опер. В основном одни такие оперы. У Пучини. Поплакали в конце. Ну, Алиева, на мой взгляд, не оправдал мои ожидания. Ну, а так все понравилось. Хорошо. Спасибо. Прекрасные. А чем понравилось? Великолепные спектакли. Голоса, да. Поставили. Да, и вот на том уровне, на каком должна идти вообще. Да. Я считаю, что мы тут даже хору дадим итальянцам. На наш взгляд, да. Да. Спасибо. Она молодежная. И она соответствует именно вот такой, какая она должна быть. Она студенческая. Так что вот, по-моему, вам очень, так сказать, высказали. Спасибо. Очень положительно, очень интересно. Прекрасная музыка, все прекрасно. Артисты хорошо очень, все исполняли свои роли. Хлопали от всего сердца. Спасибо. Шикарные впечатления, нам очень понравилось, потому что все о молодых, для молодых, и очень светлый спектакль. Очень светлый. И прекрасное оформление сцены, и вообще как-то сложилась команда. Вот что. Это бывает редко. Спасибо.